Доброе утро. Эфир Амурского областного телевидения продолжает наше утро. В студии Александра Ткаченко и Евгения Монакова. Спасибо, Александр, что представил. Доброе утро всем нашим зрителям. Я уверена, что эти выходные у вас обязательно будут насыщенными. А почему я это знаю? Да потому что прошло 14 февраля. Это значит, надо как-то отдуваться всем, дарить подарки, ходить в рестораны, кормить своих любимых, поить и дарить друг другу огромное, конечно же, удовольствие. Я так ерничаю немножечко, но тем не менее этот праздник, Саша, я очень-очень люблю. Надеюсь, как и ты. Безусловно, этот праздник любят все, кто знает, что такое любовь и что такое взаимное понимание. Дарят не только валентинки, вместе с этим еще и признание, и, конечно же, ценные подарки. Вот, кстати говоря, журналисты нашей телекомпании вышли на улицы города Благовещенска, чтобы поинтересоваться, а какие же подарки и презенты чаще всего получают благовещенцы, да, по всей видимости, и благовещенки. Да. Давайте прямо сейчас узнаем. Опрос проводил Ростислав Азизов. Вот ему, собственно, сейчас и слово. Машина. А ты? Не знаю. У меня нет особых желаний. Женщины любят цветы. Наверное, все-таки искренняя любовь родителей и родственников. Для меня тоже любовь близких, ну и друзья. А что бы муж любил? Не знаю, что-нибудь от души. Я хочу зятям своему, зятям, дом. Любовь, счастье, здоровье, благополучие. А себе на 8 марта какой подарок? Удачу и здоровье. От отца я могу получить только сладкий подзатыльник, но так хотелось бы пирог какой-нибудь, я не знаю. Вот такой набор подарков и презентов рекомендуется к праздничному меню. Вот так. В основном ты думаешь все-таки про съедобное, да? Безусловно. Ну подожди, вот я тебе сейчас скажу, как это вот в мире во всем. Есть определенная статистика, да? Что чаще всего дарят на День Святого Валентина? Так вот, скажу я вам. На первом месте, ну это совсем не удивительно, это, конечно же, открытки. Открытки во всех возможных видах дарят не только взрослые, но и дети друг другу, да? Не раз же, наверное, такое видел. Хотя я считаю это максимально бесполезный подарок, потому что его не съесть, его не... Александр, вот не соглашусь, вот правильно написанное слово, если оно искреннее от души, вот у меня все эти открытки, например, хранятся. И я действительно с удовольствием их перечитываю, потому что это самое-самое главное. Ну, ладно. Бог с ним, перейдем дальше к подаркам. Что идет дальше? Вот ты знаешь, тут я была уверена, что на втором месте будет что? Конфета. Вот так, а я была уверена, что цветы. Я угадала, это конфеты? А на самом деле, да, конфеты. На самом деле это конфеты, потому что, оказывается, День Святого Валентина, вот именно конфеты стали символом праздника. А это все произошло. Почему? Потому что кто-то когда-то изобрел вот эту вот коробку в виде сердечка, наполненную шоколадными конфетами. И вот отсюда, видимо, все и пошло. В общем, если вы жуткие сладкоежки и тоже присоединяетесь к этому движению на День Святого Валентина, то мы предлагаем вам поступить радикально. Не купить конфеты и подарить, конечно, а опять же вложиться, вот как с открытками. Душой, да? И сердцем вложиться. Вот прямо сейчас будем делать зефир обязательно. Не только посмотрите этот мастер-класс, но еще и попробуйте повторить. Найти на прилавках обычных магазинов зефир, приготовленный по классическому рецепту, очень сложно. Ведь большинство производителей добавляют в его состав различные консерванты и прочие не самые полезные вещества. Татьяна Люкина рецепт натурального зефира открыла для себя 1,5 года назад и теперь делится им с другими. Как-то сходила на мастер-класс, и после него меня прям так вдохновило, что вот попробовать самой. Я заехала по пути в магазин, приобрела миксер, который необходим, и попробовала. У меня получилось, да, как бы, и в дальнейшем мне стало интересно, то есть, играть с разными вкусами, пробовать, экспериментировать. Экспериментировать со вкусами Татьяна и правда умеет. Когда-то все начиналось с обычной смородины, а теперь в ее ассортименте более 20 натуральных наполнителей. Среди них самые необычные – с лавандой, базиликом и тархуном. Особенность домашнего зефира в его составе. Сладкий деликатес, приготовленный из натурального яблочного пюре, богат минеральными веществами – фосфор, калий, железо, магний и кальций. Такой зефир оказывает профилактическое воздействие на весь организм и снижает количество холестерина. Никакой химии, отсюда и польза. Главное – соблюдать пропорции. Чтобы не ошибиться, используйте кулинарные весы. А вот и ингредиенты. Вода, агар-агар, сахар, печеные яблоки, свежие ягоды или пюре, один яичный белок.
там все ингредиенты приготовили, да, то есть вот мы приготовили к взбиванию. Сейчас мы заготовим сироп. Параллельно готовим на плите специальный сироп, в основе которого вода, агар-агар и сахар. Чтобы сахар не пригорал, его необходимо постоянно размешивать. Кстати, температура сиропа должна быть чуть выше 100 градусов. Если его консистенция стала тягучей, значит он готов. Переходим к следующему этапу. Добавляем сироп к фруктовой смеси. Аккуратно взбиваем все ингредиенты. Масса должна не только увеличиться в объеме, но и стать гуще. Будущий зефир равномерно распределяем по кондитерским пакетам, а затем на листе пергамента придаем ему желаемую форму. Звезды, цветы, розы – все зависит от фантазии кулинара. Интересно, что готовность зефира зависит не только от правильного процесса, но и напрямую от погодных условий. Очень высокая влажность. Это мешает, не позволяет зефиру дойти до нужной консистенции, да? Но если дома есть кондиционер там, или есть кондиционеры, которые убирают влагу, да, специальная такая функция, то, конечно, проблем не возникнет. После придания нужной формы зефиру необходимо застыть. Готовое лакомство помещаем в холодильник примерно на 6-8 часов. А утром полезный и домашний зефир уже готов к употреблению. Приятного вам чаепития! Список любимых подарков может пополнить и путешествие. Если вы не имеете возможность совершить путешествие в горячие и жаркие страны, можно совершить его по Амурской области. Кстати, Амурская область богата своими природными и красивыми местами. Это путешествие может быть полезным не только для гостей, но и для жителей Амурской области. Вот сейчас Александр так витиевато, тем не менее, представляет нашу гостью, которая расскажет нам абсолютно все. И о прошлом Амур Тревел, а это большое мероприятие, которое проходило в Бурейском районе, и о предстоящем. У нас в студии находится первый заместитель министра экономического развития и внешних связей при Амуре Екатерина Киреева. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, как у министра утро начинается, я так понимаю, очень по-доброму. Очень по-доброму, но вообще, как у любого обывателя, с чашечки, наверное, хорошего горячего напитка. В моем случае это кофе. Но как у нас тоже в студии. Очень хорошо, действительно, вас с дебютом поздравляем. Спасибо. Мы еще в нашей студии не были, но, тем не менее, про Амур Тревел мы здесь в том числе рассказывали, потому что событие было действительно грандиозное. И я думаю, что те, кто побывал на этом форуме, они все убедились, какая красивая и богатая у нас Амурская область. Правда же? Безусловно, Амурская область, а я как человек, рожденный в Амурской области, могу сказать, что это безумно красивый край, который нам еще только с вами совместно, я надеюсь, предстоит открыть. Мне интересно, вас что-то удивило в Бурейском районе? Вы-то, как коренной житель, наверняка же тоже для себя многое открыли. Да, во-первых, самое главное, что я всегда для себя открываю, это люди. Вот начнем все-таки немножко нестандартно, потому что люди – это то, что та теплота, та сердечность, которую мы встречаем в наших территориях, это то, что является залогом успешного приема туристов. И в данном случае у меня сомнений нет. Ну и, конечно, безумные красоты, когда мы начинали выезды в Бурейский район, мы отметили для себя, что за день такого интенсивного пребывания, мы, конечно, все старались охватить максимально, учитывая рабочий график, мы абсолютно как бы обновлялись внутри. То есть у нас происходила действительно в каком-то смысле перезагрузка. И это очень важно. Из чего состоит вообще сам состав от этого мероприятия? То есть набирается группа? Вы знаете, начиналось все с очень хорошей инициативы провести некое такое мероприятие, посвященное активному отдыху на природе, то есть именно активные какие-то виды туризма, спорта и так далее. Но постепенно оно обросло. И говоря о том, что сейчас в составе этого мероприятия, это все. Потому что мы включили стандартную такую деловую часть, мы привозим и деловых наших партнеров, в том числе и зарубежья, рассказываем, как у нас интересно, агитируем, чтобы они к нам приезжали, сотрудничали. Но еще это все-таки самое главное, это некий, это точка притяжения на несколько дней, куда любой человек может приехать, взять любой интересующего маршрут и открыть для себя Амурскую область, ну, в лице там, или в виде какой-то территории. В данном, в прошлом году это был Бурейский район. То есть, грубо говоря, такое агрегирование всех маршрутов за единицу времени, и ты приезжаешь, набираешь все маршруты и путешествуешь. Вот такая задача. Действительно, кстати, была колоссальная. Да. Изначально даже, когда просчитывали, да, можно куда-то на вертолете долететь, где-то можно сплавиться. В общем, настолько много мероприятий. Нереально было посетить их все? Нереально. Вообще мероприятия были от часу и до нескольких дней. Были такие
такие маршруты, действительно очень удаленные. Но в основном наш форум в активе, вы, наверное, тоже это прекрасно помните, он занял примерно 2-3 дня. Да, многие потом говорили, дайте контактные телефоны, мы хотим продолжить на будущие выходные, на будущий год, на будущий месяц мы хотим продолжить изучение этой интересной территории. Для нас это было очень хорошим итогом. Сколько по времени занимает вот прохождение маршрутов и нахождение на... Ну, в общем-то, как я и сказала, если это короткий экскурсионный маршрут, чтобы просто заехать, погрузиться в в краеведческое, так скажем, бытность, то это примерно 1-2 часа. А если это маршрут такой полноценный, с прохождением, допустим, сплавы или какой-то тропа, но такая сложная, чтобы идти с инструктором, но обычно это 2-3 дня. Александр, мало того, можно было совсем иные эмоции испытать, по ночному маршруту пройдя. Да, я так понимаю. Все, что, как говорится, душе угодно, особенно учитывая, что мы еще захватили очень хорошие объекты технотуризма. Это наши две ГЭС в Бурейском районе, которые расположены. И, безусловно, это был очень один из пунктов, такая мекка для даже людей, которые, может быть, не вглубь заходили, не всем это удалось, но сфотографироваться. И в вечернее время очень красивое освещение, в частности, Нижнебурейская ГЭС, которая непосредственно возле поселка Новобурейске. И Бурейская ГЭС, кто доехал, наверняка тоже удовольствие получил. Поэтому, я предлагаю нам сейчас тоже получить удовольствие еще больше от просмотра сюжета, который снимали наши коллеги оттуда, с Amur Travel. Чтобы отправиться в путешествие, не обязательно покупать билеты на самолет. Пройтись заповедными тропами, узнать строение гидроэлектростанции или отведать национальные блюда теперь можно, посетив амурский поселок Новобурейский. Здесь стартовало, пожалуй, самое ожидаемое туристическое событие года – первый международный туристический форум «Amur Travel», который объединил авиаторов, велосипедистов, путешественников и просто поклонников активного образа жизни. Куклы ручной работы, обереги, шкатулки из бересты и даже расшитые иконы – всего более 200 шедевров декоративно-прикладного искусства. Первым делом вовсе не самолеты, а настоящий дельталет в самом центре площади. Размах его крыльев в длину достигает 10 метров, а вот грузоподъемность выдерживает вес 500 килограммов. Кстати, при хороших погодных условиях такой летательный аппарат развивает скорость до 140 км в час. Мы приехали из Владивостока. Очень рады, что совпало такое колоссальное мероприятие с турниром по хоккею. У нас две команды из Владивостока. Привезли, второй день играем, немножко подустали и наконец-то сегодня узнали, что у вас такой праздник. Прошлись по аллее. Аллея мастеров впечатлила очень. Амурские деревни, леса, тайга, конечно же, северные красоты и золотодобывающие прииски. Все это выставка под названием «Живопись амурского художника Виктора Сорокина». Ну а здесь прямо на набережной реки Бурея развернулась обучающая площадка по запуску воздушных змеев. Также в рамках форума действовали десятки различных экскурсий. Так туристы могли посетить крестьянско-фермерское хозяйство «Надежда». Кстати, единственное место на Дальнем Востоке, где разводят лошадей породы русский тяжеловоз. После этого путешественникам предлагали отправиться на экскурсию по Нижнебурейской ГЭС. Посмотреть гидростанцию можно было не только снаружи, но и изнутри. Пока одни туристы отдыхали в палаточном лагере и пели песни у костра, другие выбирали более активный отдых. Например, сплавлялись на байдарках и ходили заповедными тропами. Сегодня мы находимся в уникальном для Приамурья месте. Именно здесь, на территории природного парка Бурейский, проложили новую экологическую тропу. Ее протяженность 5 километров. Гриб ежовик, орех манжурский, амурский бархат – эти и другие виды краснокнижных растений встречаются на протяжении всей экотропы. Всего же на ее территории зафиксировано 17 видов редких растений. Первый пункт маршрута. Всего их 7. Такой сказочный городок, по словам экскурсовода, особенно понравится детям. Ведь у них есть возможность заглянуть в избушку Бабы-Яги, покачаться на качелях, а также посетить спортивную площадку. Кроме этого, по всему периметру сказочного городка установлены вот такие таблички с детскими загадками и правилами безопасности. Ледовая арена в Новобурейском появилась 3 года назад, поэтому сейчас здесь торжественно открывают уже 3-й по счету сезон. За все это время интерес к этому виду спорта только растет, причем в разы, например, сейчас хоккеем здесь занимаются более 200 детей, ну и, конечно же, взрослые. Здесь работает 5 тренеров, причем это местные спортсмены, ну и, конечно же, здесь существует секция фигурного катания. Такая есть только здесь и в Свободном. Шална
арену, посмотрел игру. Потом мне захотелось попробовать прийти на тренировку. Я пришел, мне понравилось. И я решил, буду ходить на хоккей. Праздничную атмосферу диско и настоящего рок-н-ролла гости форума Amur Travel погрузились вместе с известной в Владивостоке музыкальной группой «Бриолин». В их исполнении прозвучали хиты как отечественных, так и зарубежных авторов. Прозрачное небо над нами, печальки кричат над волнами. Ну что ж, посмотрели, как это было в прошлом году, и теперь еще больше хочется узнать, что же нас ждет в следующем. Я знаю, что рабочая группа уже выезжала осматривать, искать какие-то новые места, да? Да, все верно. А почему? Во-первых, хотя это был первый, как говорит, ну, в данном случае, надеюсь, все-таки не блин, и не, ну, или блин, но не комом, да. Мы поняли, что форуму быть, и мы поняли, что есть большой интерес и заинтересованность наших территорий, муниципальных образований, как мы это говорим, районы, города. Вы знаете, поступило очень много заявок, но структурировано. Мы поняли, что у нас выделяется также южное направление, но к Бурии присоединилась Архара-Архаринский район. И есть у нас теперь северное направление, это город Зея, Зейский район. А, звучит как-то очень удаленно, далеко, но тоже не так страшно, как оказалось, все замечательно. Пол, как показали выезд рабочей группы. И мы сейчас на стадии, как бы нам действительно принять то верное решение в этом году, как, куда направить эту энергию наших туристов, внутренних, тех, кто в международном потоке может нам приехать, в какое именно направление, северное или южное. Мы планируем, что конец февраля у нас состоится оргкомитет по форуму, и такое решение будет принято. Сейчас готовятся все необходимые отчеты, предложения, и будем держать пальцы за полюбившийся тебе конкретный район. Надеюсь, что все получится. Ну, действительно, это же нужно теперь конкурировать между собой районом. То есть нужно что-то такое делать, чтобы выделиться, правильно? То есть создает внутреннюю конкуренцию хорошую. Да, в хорошем смысле, да. Это стимул, потому что если раньше мы как-то так немножко долго подходили к тому, что внутренний туризм, маршруты, районы, ну как, сейчас все понятно. Сейчас и самое главное в этом во всем, что я хочу сказать, что есть активность нашего населения и в Амурской области, и близлежащих регионов, потому что люди сами по себе на самом деле уже давно путешествуют. Есть много сообществ, наверняка вы тоже видите и в соцсетях, и везде, и различные маршруты, и на велосипедах, и пешие походы, и сплавы. Люди очень активно путешествуют. Надо просто эту энергию, как я уже сказала, запустить в нужное русло и показать это на примере очередного форума, как можно развиваться и путешествовать. Все же изъявившим желание принять участие, что для этого необходимо, и когда уже можно погрузиться в мир путешествий? Да, очень хороший вопрос. Как я уже сказала, конец февраля – это точка принятия окончательного решения по месту в этом году. Соответственно, с начала марта можно смело начинать отслеживать наши все новостные разделы, наши все социальные, масс-медиа и так далее, потому что всю информацию мы будем очень оперативно выгружать. Будет формироваться некий центр по приему, агрегированию всех заявок, всех что интересно, можно обратиться будет в конкретную структуру, которая будет уже заниматься подсказками, распределением, презентацией каких-то маршрутов и так далее. Просто следите за новостями, вы все увидите и куда обращаться. Угу. Это будет известно в течение месяца. Ну, прошлый год действительно был пилотным, да, удалось многое попробовать, обкатать, вот сделали какие выводы к этому году и чем, возможно, может быть, смените немного направление, может быть, как-то подачу измените. Мы, что касается направления, это будет более разнообразно, потому что надо все-таки, вы правильно мы сказали, что не все удалось людям охватить в прошлый раз, но задача сделать так, чтобы люди уже мысленно понимали, приехав туда на место и взяв какие-то маршруты, что они все равно не все охватили, нужно еще будет вернуться. Я не могу не спросить, увеличится количество дней, потому что действительно для того, чтобы все охватить? Да, это очень сложная задача, потому что, конечно, мы делаем акценты на ближе к выходным дням, чтобы могли люди и работающие в летний период, и те, кто отдыхают, могли приехать. Но мы подумаем о том, чтобы сформировать заблаговременно какие-то отдельные группы по более долгим маршрутам, чтобы люди могли заранее приехать и уже вернувшись на площадку форума, поделиться своими впечатлениями. Уверена, что эта новость сейчас многих порадовала, действительно. Да. Поехать на дольший срок – это вообще здорово. Очень рада слышать такой энтузиазм. Будем идти этим путем обязательно. Каких-то конкретных ограничений не существует, так полагаю, можно и с детьми, и люди, кто очень взрослые уже. Да, как я говорила, все начиналось с активного отдыха, такие спортсмены, но мы пришли к тому, что и семейный отдых у нас в фокусе, любые группы, индивидуальные путешественники, групповые заявки, но самое важное,
что независимо от района, который будет определен, то есть территория и южная, и северная, надо понимать, что летний период желательно иметь какие-то, ну, страховки, например, если вы уйдете в лес, если вы сознательно уходите куда-то в лес, то это абсолютно там моменты, связанные с клещевым энцефалитом, рядом иных ограничений, то есть вы должны быть к этому готовы. То есть к участию в форуме нужно подготовиться. Конечно, да? Есть рекомендации Роспотреба, есть всем известные памятки, как себя вести, какие необходимо получить процедуры, чтобы чувствовать себя увереннее. Мы еще к этому вернемся, безусловно, при пропаганде, при продвижении нашего форума в средствах массовой информации, но прошу на это, конечно, обратить внимание. А так, ваше хорошее настроение и просто желание путешествовать, узнавать свой родной край и не бояться никаких временных моментов, связанных с возможными там несколько часов поездкам до территории. Это не страшно, поверьте, это удивительно. Екатерина, правда, спасибо вам за такое вдохновение. И самое главное, чтобы с погодой еще повезло форуму. Вот это вот всегда, когда под открытым небом проходит мероприятие, очень хочется, чтобы погода была хорошей. Поэтому мы тоже о погоде всегда думаем и помним, поэтому прямо сейчас ненадолго прервем наш эфир, а вы посмотрите прогноз погоды. В Благовещенском детском технопарке «Кванториум» начались занятия. Об этом сегодня поговорим с заместителем министра науки и образования Амурской области Олегом Якутовым. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Олег. Занятия, я так понимаю, начались по отдельным направлениям, да? Давайте расскажем, по каким. Занятия начались еще в декабре. У нас, вообще говоря, 6 направлений. Это Energy, Robo, Geo, Nano, Quantum, High-Tech. Боже мой, как дети во всем этом разбираются. И космо еще, да. А дети, кстати, вот действительно нормально ориентируются в этом во всем? Energy, дети ориентируются, квантум, мне кажется, лучше, чем мы с вами. Я даже не сомневаюсь. Сейчас какое направление новое заработало? Сейчас работают практически все направления, кроме нано. Ожидаем до поставку оборудования. На нано-направление. Да. А мы могли бы вскользь пройтись по вот этим направлениям, хотя бы по некоторым. Рассказать, чтобы хотя бы взрослые, дети-то, я понимаю, что они все понимают, чтобы взрослые разобрались. Ну, если говорить о робо-квантуме, здесь понятно, роботизированные технологии, роботы, различные модели. Популярное, кстати, направление? Это самое популярное направление, которое было буквально атаковано заявками со стороны родителей и, соответственно, детей. Следующее направление Energy – это альтернативные источники энергии, в том числе экологичные. Это уже тема посложнее, видимо, да? Должны найтись какие-то отдельные любители, которые любят с этим работать. Ну, тоже достаточно востребованная тема. Затем мы говорим о космо-квантуме, это космические технологии, ракетомоделирование. Следующее направление – это гео, связанное с изучением Земли, аэрофото-видеосъемка, естественно, беспилотные летательные аппараты, ну и, наконец, нано. А вот нано, я так понимаю, оборудование ждете, там какое-то, вот, наверное, тоже нано-оборудование? Нет, или же нет? Оборудование или вполне себе современное и тех размеров. Крупногабаритное. Да, вот, кстати говоря. И хай-тек, это, то есть, станки с числовым программным управлением, 3D-принтер. Мне кажется, это может заинтересовать людей, и в частности детей, с таким математическим мышлением. Ну, в принципе, я думаю, это главная суть. Да, развитие инженерного образования, научно-технического творчества детей. Я вам так скажу, это интересует не только детей и не столько детей, педагогов тоже, потому что кванториум призван не только научить детей каким-либо формам, но и педагогов повысить их квалификацию. Вот, кстати, раз уж про педагогов, сложно ли было найти персонал, который будет работать в технопарке? Я не могу сказать, что это было сложно, это было даже интересно, было достаточно много заявок, были отобраны по 2 преподавателя на каждый квантум, которые прошли обучение в Сколково. То есть вот обладают, да, современными образовательными технологиями. Я так понимаю, что и дальше они тоже будут повышать, видимо, свою квалификацию. Ежегодно. Потому что наука, она постоянно, конечно, двигается. Да. Ну, что касается направлений, действительно, почему именно такие направления, почему вот сконцентрирован квантум или кванториум именно на этом? В нашем диалоге с федеральным оператором, фондом новых форм развития образования, мы остановились на приоритетах, которые интересны для социально-экономического развития области. То есть те проекты, которые у нас реализуются, те, которые запланированы, они коррелируют с направлениями, по которым мы готовим детей в технопарке. То есть в идеале ребенок должен обучиться здесь, в технопарке, да, потом получить профильное образование и остаться работать здесь? В идеале мы выстраиваем такую образовательно-профессиональную траекторию, которая от детского сада ведет обучающегося к будущему месту работы.
И в соответствии с запросами потенциальных работодателей. Вот сейчас родителей хочется, да, спросить, они задумываются в детском саду о том, кем будет их ребенок? Многие уже задумываются, и мы считаем, что это хороший тренд, мы будем его всеми силами развивать. С какого возраста с детьми можно приходить? На самом деле возраст разный, в зависимости от направления. Например, на шахматы, а это тоже одно из направлений, по которым занимаются конторим, с 7 лет. Робо-квантум с 8 лет, другие квантумы 10-12 до 14 лет. То есть, до скольки лет они будут обучаться, опять же? До 17 лет включительно. Вот это да. Действительно, серьезное обучение. Попасть еще как-то можно, потому что наверняка сейчас кто-то услышал про кванториум впервые. Ну, на самом деле, мне кажется, мы достаточно мощное информационное поле создали. Но всегда есть те, кто... Но тем не менее, да. Заявки принимаются даже... Даже в те группы, которые уже набраны, определенные, мы понимаем, движения, возможно, жизненные обстоятельства могут измениться, интересы у ребенка могут поменяться, поэтому заявки набираются. В какой форме проходят занятия? Можно чуть-чуть немножко приоткрыть эту Это место? Интерактивные занятия, такие более практикоориентированные с преподавателями, где каждый может потрогать что-то там, настроить, покрутить. То есть, условно, я даже понимаю, сломать, чтобы потом восстановить. То есть у детей наверняка восторг полнейший вызывает. Глаза горят, да, поэтому если я могу себе это позволить, вас пригласить. Ну, мы будем очень рады, действительно. Слушайте, я хотела в практическую плоскость все это перевести. Что могут уже сейчас сделать дети, отзанимавшись фактически несколько месяцев? Ну вот, например, мы специально даже, кстати, приготовили пластиковая ложка. Вот можно ли на 3D-принтере, может ли ваш ученик кванториума? Гораздо более интересные модели наш ученик может на 3D. Какие, например? Ну, это могут быть различные детали для тех же роботов. Это могут быть модели, например, триумфальной арки или же каких-то элементов вот конструкции, да, действующих агрегатов. То есть это так легко освоить, по сути? Это нелегко освоить, но преподаватели имеют соответствующие технологии для вовлечения и погружения детей в эти процессы. Ну, вопрос, наверное, такой самый, наверное, волнующий. Все-таки платно либо бесплатно? И насколько это доступно? Это бесплатно. Важно. Вот это да. К вопросу о доступности. Да, это действительно потрясающе. Ну, значит, и отбор какой-то должен быть детей, так или иначе. Я думаю, чем дальше, тем серьезнее будет отбор. Сейчас набор только возрастные ограничения. Далее уже будем смотреть. Потому что мы понимаем, что спрос будет увеличиваться. Да. И там уже пойдет, естественно, какие-то конкурсные процедуры, тестирование. А есть такая возможность, допустим, выбрал какое-то одно направление ребенок, а потом захотел перейти на другое, увидел, что там занятия какие-то более интересные. Да, мы об этом говорили. То есть можно спокойно переходить между направлениями? Ну, не то чтобы спокойно. Вообще говоря, в технопарке это и предполагается, что ребята проходят по всем возможным студиям, но тем не менее есть приоритетное направление, да, в группе, в которой он занимается. И мы понимаем, что движение возможно, но опять же в зависимости от наличия места. Несколько направлений можно выбирать? Вот опять же для того, чтобы определиться, да, это и понять, что ближе. Это нужно родителю с ребенком прежде всего определяться, потому что мы знаем, что наши школьники... в хорошем смысле загружены дополнительным образованием, то есть там и спортивные, и технические, и творческие направления. Нужно понять, успевает ли, достаточно ли времени свободного, чтобы на несколько направлений. Два занятия в неделю вообще у квантумов. Соответственно, ну, наверное, можно так время распределить, чтобы успевать на несколько. Вообще очень много проходит конкурсов всевозможных. И по робототехнике, вот, например, в стране, насколько я знаю. Не только в стране, в Амурской области тоже. В Амурской области тоже, да. У детей будет возможность участвовать, ну, во-первых, в наших региональных, да, каких-то конкурсах и выезжать куда-то еще. Конечно. Есть такие планы? Конечно, это одна из целевых задач их участия в конкурсных состязательных мероприятиях, потому что они должны показывать свое творчество, сравнивать себя с другими, смотреть на, собственно, в хорошем смысле конкурентов, стремиться к лучшим. А для учителей, вот тут тоже мы очень подробно рассказали, что для детей, а что для учителей предлагает кванториум, как происходит у них занятие? Ну, учителя, собственно, точно так же, как и дети, воспринимают эти технологии, смотрят и обучаются на этом оборудовании, которое в рамках национального проекта образования будет в том числе поставляться уже в этом году в школу и в дальнейшем. Вот это да. То есть в этом году уже появится что-то из этого в наших школах Благовещенской? Ну, не прям то же самое, но тоже такие современные образовательные модули, технологии, оборудование, да.
Для детей все-таки это носит развлекательный формат, либо есть методика по получению заданий, домашних каких-то, возможно, домашняя подготовка. Это дополнительное образование, это не в той мере развлечение, как мы себе предполагаем, что они играют, но хотя игровые формы образовательные тоже присутствуют. Это образование, это получение новых знаний, новых практических навыков, в том числе и дома, в том числе и там, поиск какой-то новой информации, новых форм. Ну, будем искренне надеяться, что дети не остановятся просто на каких-то, да, таких игровых моментах, что они будут разрабатывать проекты, возможно, изобретут что-то, что пригодится абсолютно всем нам. В общем, большие планы, я надеюсь, у Кванториума на своих воспитанников. Проектная правильно? Командная деятельность – это тоже одно из целевых, скажем так, мероприятий, которые реализуются. Олег, спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Приходите еще, всегда желанный гость. Спасибо за приглашение. А мы ненадолго прервемся на рекламу, после этого вы увидите продолжение нашего утра. Вот мне всегда было интересно узнать, у всех ли отличается радикально утро выходного дня от будня? Александр, у тебя выходной совсем иначе, по иному графику строится с утра? Женя, отличный вопрос. У меня выходные – это как будни, очень рабочие и насыщенные, а вот все остальные будни – это адские, я не знаю, чем заняться. Вот так вот. Да. Так, в общем, у всех, у Александра все наоборот, но у вас, я надеюсь, все по графику, по плану. Поэтому прямо сейчас нужно как-то вот мягко и лениво, да, подняться, потому что это выходной день, позавтракать, выпить чашечку кофе, и можно позволить себе немножечко такой приятной, легкой физической нагрузки. У нас вот даже рубрика, кстати, на это есть. Да. Специальная, с названием таким. Вот эту замечательную тему «Легкая стать» прямо сейчас. Немножко о здоровье и о спорте. Присоединяйтесь. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем беседу с Еленой Токарь. У меня четверо детей. И каждый раз после родов я набирала лишний вес. И, конечно, приходить в спортивную форму, в хорошую физическую форму мне помогали мои занятия, моя профессиональная деятельность, работа в качестве преподавателя физической культуры. Она заведующая кафедрой физической культуры, кандидат педагогических наук, жена и мама четверых детей. Елена, многие женщины скрывают свой возраст. А вы можете его сказать? Да, конечно. Мне 48 лет. Елена, вы довольны своей физической формой? Да, конечно. Для моего возраста я нахожусь в достаточно хорошей физической форме. Я могу и на шпагат сесть, и стойку сделать на руках, и колесо. Замечательно. А что вы делаете для того, чтобы иметь такую легкость? Моя профессия связана как раз с физкультурой, с выполнением физических упражнений. Я много двигаюсь, я веду занятия по физкультуре со студентами и также группу здоровья с преподавателями и сотрудниками нашего университета. Есть ли у вас особенности в питании и каков режим дня? Встаю я в 6 утра, а спать ложусь в 23 часа вечера. А что касается питания, я придерживаюсь формулы великой балерины Майи Плисецкой, которая говорила, что не нужно никаких диет, надо меньше есть. Как профессионал и как мама четверых детей, что вы можете посоветовать для приведения тела в порядок после родов? Ну, конечно же, нужно заниматься физическими упражнениями. Тренировка должна включать разминку, кардиоупражнения или аэробику, которая помогает сжигать жиры. И, конечно же, силовые упражнения, которые помогут скорректировать фигуру. После родов я бы рекомендовала выполнять упражнения для мышц живота, для пресса. Особое внимание уделить этим мышцам. А можете сейчас что-нибудь показать? Да, конечно. Так, первое упражнение – лежа на спине. Ложимся на спину, колени согнуты, руки за голову. И начинаем поднимать плечи. Это классическое упражнение для верхней части живота. Так нужно выполнить от 15 до 30 раз. Следующее упражнение. Можно опустить руки вниз, ноги скрестно, и поднимаем таз, напрягая мышцы живота. Это работает нижняя часть пресса. Как раз очень полезно женщинам после родов. Затем соединяем ноги, руки положить под ягодицы. И выполняем такое движение. Опускаем одну ногу, соединяя ноги, приподнимаем таз. То же самое выполняем другой ногой. Так тоже нужно выполнить 15 и до 30 раз по мере роста тренированности. Велосипед – самое простое упражнение, но руки вот так и держим под ягодицами, для того, чтобы снизить нагрузку с мышц спины. И крутим педали к полу крутим педали, и дальше опять толку. И снова к полу,
и к потолку. Затем опускаем ноги, таз вверх. Это очень хорошо для мышц ягодиц и бедер. На подъеме выдох, опускаемся вдох. То же самое 15 и до 30 раз. Наш комплекс закончен. Спасибо, Елена. А занимаются ли спортом муж и дети нашей героини, мы узнаем в следующий раз. Смотрите «Легкую стать» в Инстаграме и на канале YouTube. С вами была Мария Вохминцева. Будьте всегда в отличной физической форме. Доброе утро! Сегодня Teen Time на Амурском областном представляю я, Полина Яковлева. Недавно наша группа из школы роста побывала в Амурском областном краеведческом музее. Об этом и расскажем в нашем выпуске. Начнем с выставки «Искусство отражает жизнь». Сюжет Федора Ильина и Дениса Басова. В Благовещенском краеведческом музее была представлена экспозиция, посвященная Году театра и Всероссийскому театральному марафону, эстафету в котором область приняла 1 февраля. Название выставки «Искусство отражает жизнь» цитирует известного русского театрального реформатора Константина Станиславского. Экспозиция отображает не только взрослые театры драмы и кукол, но и деятельность народных, молодежных и детских коллективов, таких как «К нам», «Глобус», «Фантазеры», «Театр огня одержимые», студии «Этюд», «Театр плюс», «Демиурги» и другие. Посетители музея смогли увидеть костюмы, фотографии, короткие информационные справки, награды и реквизит юных и опытных актеров нашей области. Выставка завершила работу в понедельник, 11 февраля. Однако главной целью нашего похода в музей была уникальная экскурсия по музейным фондам. Сейчас студенты школы готовят видеоотчет о том, что им удалось узнать. А пока посмотрите небольшой трейлер. Мы с вами сейчас зайдем, увидим длинный коридор и двери, которые ведут, где хранятся музейные книги. Нас встретят хранители. В этом хранилище хранится вещественный фонд и коллекция мебели. Чем для нас именно данная книга интересна? Чертеж земли Нерчинского города. Именно с города Нерчинска по реке Амур начались исследования Дальнего Востока. Фотографии у нас с 1875 года. Подробнее об экскурсии мы расскажем в следующем выпуске Teen Time через неделю. А на сегодня это все. До встречи на Амурском областном. Пока! Кстати, именно 14 февраля отмечается не только День влюбленных, но еще и Международный день дарения книги. А этот праздник, мне кажется, незаслуженно забыт на фоне более важного. Поэтому предлагаем прямо сейчас восполнить пробел. Потому что с 2012 года действительно все те, кто прививает любовь к чтению своим детям, ну и себе в какой-то степени, отмечают этот день. Ну вот о детской книге мы говорили в прошлых выпусках нашей программы. А вот что же почитать взрослым на этот вопрос? Вопрос ответит Виктория Соломенник. Доброе утро, уважаемые телезрители. В моих руках находится книга, с которой я хочу вас сегодня познакомить. Книга называется «Степные боги», автор Андрей Геласимов. Обратите внимание, что эта книга зачитана, пользуется читательским спросом. Я эту книгу проглотила буквально за один день. Главный герой книги «Степные боги» – деревенский мальчишка Петька Чижов. У него не осуществилась самая главная мечта. Закончилась Великая Отечественная война, на которой он не успел побывать, и он не успел поймать Гитлера. У Петьки, конечно, нелегкая судьба, ему не позавидуешь. Петьке очень достается. И от бабушки, и от дедушки, и от своих сверстников, и от деревенских жителей. Но мальчишка совершенно не озлобился. Он и добрый, он и проказливый, он и милосердный. Он очень любит свою маму, у которой трагическая судьба. Он хотел ей счастья, женского счастья. И он нашел ей мужа, как он искал наряды для своей мамы. Платье он там где-то нашел, у какой-то тетушки, у деревенской. За курицу выменил матери босоножки.
И он однажды познакомился с японским военнопленным Хиротара. В одном из домов они нашли шестирукую богиню Гуянь-инь. И вот Петька и Хиротара, они решили совершить языческий ритуал. Они пошли в степь, Петька в порыве, в таком душевном, эмоциональном, заскочил на плечи Хиротара. И они бегали по этой степи, и на тени казалось, что это вот явилась сама богиня Гуань-инь. Книга о милосердии, сострадании, о любви и о том, что в жизни хорошего не меньше, чем плохого. Пользуясь случаем, приглашаю вас в Амурскую областную научную библиотеку. У нас очень много интересных и новых книг, которые ждут своего прочтения, которые ждут, уважаемые амурские читатели, именно вас. К нам присоединилась еще одна гостья, Елена Поспелова, дизайнер, которая приехала из города Санкт-Петербург. Кстати говоря, Елена вошла в топ-100 лучших дизайнеров России. Доброе утро, Елена. Здравствуйте. Доброе утро, Елена. Я уже переоделась. Да, обратите внимание на Евгению. Не случайно сегодня она в таком теплом амплуа. Ну, Евгения, рассказывайте. Тебе повезло меньше, поэтому меньше. Ладно, не завидую. Я в чем пришел, в том уйду. А вот у вас, смотрю, курточка появилась. Спасибо большое, Елена. У меня теперь действительно вот такое вот очень интересное пальто. Тут надо показать отдельно. Тут такие карманы. Карман. Да, милитари. Это работа Елены. И вот, кстати, блузочка тоже оценила. Да? Я так понимаю, Елена. На нашу подачу, нашу версию, как мы решили ее преподнести. Ну, пальто, кстати, действительно очень приятное, удобное. Я так понимаю, что теперь есть целая коллекция, которая вот эти изделия, это уже новое, это дошивается, да? Это коллекция в стиле спортшик. Угу. И это новое изделие в стиле унисекс. То есть можно и мальчикам, и мальчикам. Александр, есть, ну что здорово. Вы? Ну давайте, ну, ладно, присоединяйтесь. А почему бы нет? Тем более учитывая, что в студии у нас, друзья, не так-то уж и жарко, как вам может показаться. А чего я руки-то начал-то? Надо было накинуть. Надо было просто накинуть, мне кажется. Вот амурский, не питерский человек не разбирается. Действительно, ты что, пальто теперь носят только вот так вот, накидывая на плечики? Ага. Это не факт, что тепло, но зато вот очень-очень красиво. Это правильно? Кстати, действительно, вот частенько можно видеть вот таких модников и модниц с накинутыми пальто на улицах Санкт-Петербурга, где вы учитесь. Да, конечно. То есть главное соответствовать трендам. И не важно, что холод. И главное делать лицо такое, будто вы разбираетесь в моде, и это было специально так подобрано. Ну, Александр, тебе, кстати, очень идет. Спасибо большое. Но я обратил внимание, и вот пуговицы здесь, такой вот кнопочки специфичной формы. Как вы поняли, сегодня мы поговорим о одежде, о трендах, о моде. Поэтому, если вы чего-то про это не знаете, обязательно смотрите. Лен, в общем, во-первых, хотела поздравить действительно с заслугой, заслуженной наградой, войти в топ-100 лучших дизайнеров, я так понимаю, молодых дизайнеров, да? Да. В России это очень большое достижение для студентки, правильно? Да, это были выпускники всех вузов Санкт-Петербурга и по всей страны нашей большой. А как показывали коллекции? Это было какое-то дефиле? Да, это было дефиле. В зале, то есть под музыку, все красиво было, 5 моделей. Вот, под музыку Queen, то есть было очень эпатажно все это. Сколько участников собрались? Хотя приблизительно это сотни, тысячи, да, сколько дизайнеров? Сотни примерно в разных областях, то есть это и графический дизайнер, и дизайн одежды, и новые виды дизайна, живописцы, то есть разные области были, да. Вот обычно мы видим конечный продукт показа дефиле, а что происходит в закулисьях? Как это готовится? Сколько времени коллекции пришлось готовить? Первое – это источник вдохновения дизайнер ищет. То есть это может быть и на природе, и в живописи, и в рисунке. А далее уже разрабатываются эскизы, готовятся из макетной ткани модели, то есть из бязи. А затем уже отшивается из натуральных тканей и... Собственно, так составляется вся коллекция. Ну, я так понимаю, пришлось самостоятельно работать над всем, да? И над эскизами, и над пошивом. Над пошивом, и над конструированием. Ну, конечно, преподаватели очень помогали. То есть... Наставники есть очень хорошие. А преподаватели какого вуза? Санкт-Петербургского университета технологии и дизайн. Вообще, почему был выбран изначально именно этот вуз?
Потому что я с детства рисовала, и мама у меня творческая, и папа, ну, вся семья. То есть понятно было, что надо куда-то в эту сторону, и, видимо, Петербург – это как раз тот город, который, ну, как никакой другой подходит для творческого вдохновения, да? Да, конечно, там и архитектура, улицы, Эрмитаж, Русский музей, то есть все это способствует выражению в творчестве себя. Ну, я предлагаю всем сейчас увидеть полный вариант коллекции, а не только вот так вот. Да, не только частично. Мы не самые лучшие модели, поэтому давайте посмотрим, как это выглядит, когда профессионалы выходят, собственно, на подиум. Вот сейчас мы видим как раз, вот, Александр, практически такой, как на тебе. Да, пальто. Длиннее только, но много здесь. Да, это мужской вариант как раз, да? Да. Почему цвета такие? Кстати, очень красивые цветовые сочетания, я не могу не отметить. Да, я вообще живописец, то есть больше люблю живопись, чем графику. Конечно, графика тоже очень важна. Но такие сочетания, потому что они природные сочетания. И в то же время цветовые акценты в накладных карманах. Это комбинезон? Да, это комбинезон. Слушайте, шикарный комбинезон просто. Молодежь, я думаю, эту коллекцию очень оценила, да? Да, те, кто мерили, ходили, модели, спрашивали у меня, можно ли купить, приобрести. То есть действительно им нравится, они бы пошли в таком костюме. А это мы видим уже, я так понимаю, какие-то другие. Это уже не коллекция. Да, это меня так представляли на этом показе. А это ваши, получается, да, работы? Да, это мои работы. Эскизы. Это именно рисунок. Вот моя любимая живопись в университете. Мы все это проходим, у нас определенные предметы. И до университета тоже подготовка была. А профессия какая будет? Дизайнер? Да, дизайнер костюма. То есть по факту нужно уметь хорошо рисовать, да? Одним дизайном костюма не ограничивается. Нет, конечно. Ты можешь и графическим дизайнером быть, то есть на компьютере работаешь, и также от руки должен хорошо рисовать, должен разбираться в пошиве, в конструировании, поэтому это действительно занимает очень много сил, времени. А вот что занимает больше сил и энергии, а что с легкостью вам дается? С легкостью подбор цветовых сочетаний, то есть это у меня как с рождения идет, я это вижу, ткани очень, ну, легко подбираю. А, наверное, сложнее подобрать именно, ну, конструкцию больше, ну, отрисовать это, вот это сложнее. Илин, какая была первая работа, мне интересно, еще, может, в детстве это было впервые? А именно с дизайном костюма? Ну да, когда вот первую какую-то вещь своими руками удалось создать. Своими руками, наверное, в художественной школе. Ага. То есть я закончила нашу художественную школу, и там ДПИ у нас было. Поэтому своими руками очень много что создавали. Ну, сейчас уже не можешь вспомнить, что это. Нет, конкретно. Так. Все понятно. Уже перевалило. Уже слишком много, да. Слишком много работ. Где они все хранятся? Вот мне интересно. Когда действительно художник посещает музу, начинает творить, да? И вот это вот все потом... А тут еще и рисунок. Тут мало того, что костюм. Костюм хоть можно повесить, носить. А тут рисунок еще и лепка, и все остальное. Где это все находится? Ой, у нас в общежитии 12 квадратных метров и 3 дизайнера живет. Да, поэтому я жила с двумя дизайнерами интерьера, и у них большие тоже, ну, папки, рисунок, живописи, в общем. Ну, зато это творческое направление, которое, ну, как бы приятно находиться, что творческий беспорядок. Вот так вот. А теперь, собственно, переходим к моде. Самый главный вопрос. О трендах. Что будет актуально весной? Да. Этой весной и летом по показам 2019 можно будет носить цветочный принт с рюшами, с легкие платья. Ой, то есть вот оно возвращается, да, все это женственное, романтическое, красивое, романтичное. Да. Да. Но также противовес – это широкие плечи в стиле 80-х. Или, ну, и могут быть покатые плечи, так как представлено на моем. То есть, либо вот, да, я так понимаю, тоже, тут тоже такой вариант, да, спущенное плечо, либо вот эти гипертрофированные плечи, они в моде, да, до сих пор? Да, 80-е не уходят. То есть, противовес, контраст такой в моде сейчас происходит, поэтому
Ошибиться очень трудно. Ну, Елена, действительно, мода сейчас очень разнообразная. Да? Как раньше не ограничиваются несколькими тенденциями, да, а, как да. правило, это вот совершенно противоположные направления, которые может выбрать человек. Вот, да. Ходя по улицам Петербурга, часто подмечаете модно одетых людей? Да. И у нас как с этим? Ну, в Санкт-Петербурге очень важно, что люди находят именно свой стиль, то есть не то, что соответствует новым трендам, да, а именно в том, что тебе комфортно, но при этом соответствует стилю 21 века, скажем так. Твоему образу жизни. Да, твоему образу жизни, это очень важно. Ну, и чтобы это было и удобно, и комфортно, но при этом стильно. Вот. А у нас в Благовещенске тоже очень много красивых, стильных людей. Поэтому не могу сказать, что ну, чем-то отстает наш Благовещенск. Ну, я думаю, тем не менее, если наши благовещенцы увидят на улицах по-настоящему на пике моды одетых людей, да, то, наверное, тоже в какой-то степени будет шок, потому что да. сейчас вот эти вот огромные вещи оверсайз, хотя в вашей коллекции не так это было ярко представлено, но тем не менее, это реально можно увидеть на улицах на Западе где-то? Да, конечно. То есть там существуют специальные репортеры, которые это все снимают, и люди тоже знают. Стрит-стайл, то есть постоянно вот под прицелом. Да, да, да. То есть люди специально это все ну, надевают на себя. Что и... самое странное видели, наверное? Но, тем не менее, это же мода в какой-то степени. Головные уборы разные такие, да. сюрреалистические. На девушках, да? Да, на девушках тоже. И парни сейчас не отличаются. То есть в Санкт-Петербурге можно встретить очень много интересного. Еще существует группа «Мода петербургского метро». И там, там разные фотографии необычных людей в метро Санкт-Петербурга. Поэтому тоже можно то взять даже на вооружение. Зайдя в метро, можно увидеть какого-то вот прям вот да, совершенно конечно. Не отсюда как будто человек, да? Да, конечно. В Санкт-Петербурге это спокойно. Но основная масса все-таки, наверное, одевается более-менее просто и понятно. Да, просто, стильно. В чем ходит в обычной жизни? Вот вы в чем ходите, друзья-дизайнеры? Что, как правило, в ходу? Ну, вот моя коллекция, в принципе, соответствует, то есть, в том, вот я оно. Могу пойти. Да, это спортшик, это что-то и женственное, но при этом соответствует моему комфорту. Ну, Елена, сказали, правда, самые главные слова. Не бегите за модой, создавайте свой стиль, носите комфортную, удобную одежду, не забывайте про интересные цветовые сочетания, правда же, потому что только одним цветом можно уже играть так, что вы раскрасите все улицы Благовещенска. В общем, спасибо вам огромное, Елена, что вы сегодня украсили наше утро и свои коллекции в том числе. Мы вам искренне за это признательны. Да. Александр, все, я так понимаю, теплоты. Влюбился в пальтишко сейчас. На некоторое надеюсь, время. Это так пойдет. Спасибо большое, правда. А вам всем, дорогие наши зрители, хорошего утра, прекрасных впечатлений, замечательных выходных и до скорой встречи в эфире. Всем пока. Пока-пока.